Приоритет местных властей – безопасность горожан. Для этого в округе установлено больше 5000 камер видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный регион». Еще одним объектом, подключенным к системе, стала камера у детской площадки дома номер 15 на Юбилейном проспекте. Приемку выполненных работ произвели представители администрации и депутатского корпуса Химок. Сегодня мы принимаем участие в приемке камеры видеонаблюдения по адресу Юбилейный проспект, дом 12. Здесь детская игровая площадка. И установили камеру видеонаблюдения как раз для того, чтобы дети играли на площадке, а не для того, чтобы жители использовали эту площадку не по назначению. То теперь правоохранительным органам будет легче отслеживать тех людей, которые на детских площадках распивают спиртные напитки, либо портят игровые элементы. Программа «Безопасный регион» реализуется в Московской области по поручению губернатора с 2015 года. Ее главная цель – обеспечение безопасности жителей, а также контроль оперативной обстановки на территории округа. На территории городского округа Химки установлено и подключено к системе «Безопасный регион» более 5000, а точнее 5273 видеокамеры. Из них 2500 на подъездах многоквартирных домов, 1500 в местах массового пребывания людей, более 400 камер на объектах социально значимого характера, 300 камер на территориях новых жилищных комплексов, 230 камер на коммерческих объектах, 154 на детских игровых спортивных площадках, а также 60 на основных въездах и выездах городского округа. По словам заместителя главы Химок, в текущем году работа по оснащению многоквартирных домов камерами системы «Безопасный регион» будет продолжена.